9 июня 2020 года. Мы на даче в Москве отпустили народ на волю. Вот, а у меня утро проходит на веранде, на диванчике. Ой, простите. Вот такие у нас пейзажи. Солнышко встает. Потихонечку зацветает все. На веранде вон красота. Можно спать прямо на улице. Сейчас покажу, как птички поют. И петунья моя зацветает. Красивая. Вот. А там зацвели рододендроны в ракарии. В общем, начались теплые деньки, благодать. Хорошо. Вон тепличка новая. В тепличке уже там огурчики, помидорчики. Вот что еще. Сирень зацвела. Сейчас покажу, как сирень цветет. Это что-то. Наконец-то мы ее долго-долго ожидали. В прошлом году сирень. Вот бабулькин идет. Привет, бабулькин. Привет. Как дачная жизнь? И с кем? Как твоя дачная жизнь? Отлично, дачная. Отлично. И холодок, и тепло. И холодок. А что ты с бутылкой пустой кока-колы? Ой. Ну, передай народу, хорошо жить на даче. Какому народу? Да всякому народу на свете, который живет. Да, на даче очень хорошо. Очень хорошо. Бабуле хорошо на даче жить. И с Леной очень хорошо. С Леной очень хорошо. Вон шашлычки делали. Так, еще не поубирали угли. Остались вон там уголечки. И у меня на ракарии начинают, будут розочки распускаться. Разлететь. Хотела сирень показать, сейчас покажу. Вон мои ножки, босиком уже хожу. Трава бушует, надо косить. Вот. И вот. Ту-дум! Какая прекрасная сирень. Пошла дальше. Ой, вообще сирень. Не могу. Пахнет. Вон бабулькин. Ароматная, крупная. А что-то она начинает уже засыхать, бабуль. Или она от дождей? Ой, а вот здесь какие, вон какие грозди. Да не, вон наверху тоже громадная. Да ну снимать, пускай. А вот белая сирень. Тоже чудесная. Ой, опять жук, опять же на том же месте. Это как он сюда прилетел? А пока донесла до ворот, он улетел. Он улетел и опять сюда же прилетел. Так он, получается, будет жить на этой сирене и жрать ее. Я же его за ворота выкинула. Вот террас. Вон какие шапки. И в этом году чудесный прирост на елочках. Вон там наверху, на соснах вернее. Хожу босиком. А вот эта сирень бедненькая болела, но зато она махровая. Почки 3 раза в мае замерзали. А в этом году первый раз многолетняя метеола. Вот она какая. Красивая. То есть маленькая, которую я высеваю каждый год, однолетняя, она вот только-только подрастает. А многолетняя уже зацвела. Ну и все. Вот такой большой, небольшой обзорчик. Туи мои подросли. Вот такой обзор. В доме тепло, вернее, даже прохладно уже на сегодняшний день. Я вон топаю. Топаю босиком. Наконец-то солнышко. И красота. Отцвели тюльпанчики уже.
последние. Но зато зацветут скоро пионы. Вот такие уже бутончики. Замечательные. Все цветет, солнышко радует. Ну, чего еще показать? Розочки мои я обработала все уже. Скоро будут уже вон малюсенькие там бутончики и скоро зацветут. Вот. В общем, совершенно замечательно. На даче лето. В доме тепло. Он как брус на южной стороне потрескался. Прямо в трещинку весь пошел. Такая фактурка. Ну вот. Вон она, белая сирень. Конечно, красота. Тепло. Хосты в этом году бушуют. Им хватает и влаги, и солнце их не жарит. Я же говорю, только несколько дней. Вон какие листья громадные. Прекрасные. Пойду покажу сейчас рододендроны. Рододендроны — это вообще что-то. Вон моя тенистая под террасой клумба. Сейчас будут лилии зацветать. Это отцветают последние тюльпанчики. Травы надо косить. Лужайка уже выросла. Сейчас покажу рододендроны. Там пока солнышко осталось. Пока иду, покажу, как выросла. Мох вырос между камнями. Вот здесь вот под верандой. Вот она, веранда. И мох между камнями вырос. Я думаю, что скоро он раздерет мне весь камушек. Косилка стоит. Надо косить. Вот рододендроны. Блин, как же здесь спуститься по камням. Сейчас. Покосила вчера вот этот кусочек. Трава заросла. И теперь хоть елочки видны. Так, сейчас попытаюсь по камням спуститься, показать рододендроны. Вот они какие. Вообще нереальные, как будто орхидеи. И еще внутри у них какие-то крупушки, такие темные пятнышки. Ну, для сравнения, вот так вот рука, вот такой кустик. Он, в принципе, довольно молодой, но в этом году зацвел. Папоротники мои. Вот тоже молодой кустик. Малюсенький, но уже цветок распустил. Вот там вереские мои, камни. И в этом году туя колосится. В общем, конечно, то, что весна была. О, вот здесь вот тоже много шишек. Вот они все шишки, все распустятся. То, что весна была влажной, позволило, конечно, многим растениям напитаться влагой. Здесь, конечно, тенистая грядка, не видно, как рододендрон цветет. Вот баданчики. Баданчики отцвели. Сейчас последнее цветение покажу. И пошел бушевать лист от бадана. Вот так цветет бадан. А здесь вот у меня в альпийской горке папоротники. Вот там маленькая голубая начинает лобелия цвести, синенькая. Она заплетет весь камушек этот. Вот эта монстера. Хоста громадная. Ну, здесь будет вот эти вот два кустика. Шалфей подуболист. Но тут рядом какая-то дичь лесная выросла. Но я ее не срываю, потому что она чудесная. Она такая голубенькая. Пока культурные не вырастут. Дикая тоже хорошо. Пчелки в ней гудят. А это не пчелка, это шмель. Это шмель. Пчелка умерла. Да вообще теперь каждая пчелка на весь золото. Вот это бушует бузульник. Скоро он стрелки выстрелит. А вот там сидят у меня посаженные маленькие лилии. Жду, когда выскочат уже.
Ну все. И в этом году первый раз, наконец-то за 3 года зацветает калина бульданеш. Маленький, конечно, у нее пока что вот эти 2 шапочки, но надеюсь, вырастет она. Сейчас я перекрываю башкой своей. Вот она вырастет и будет. И будет меня радовать. Ну вот, сегодня вот такой небольшой обзор. Вот эти куда-нибудь заткну рассаду, которая переросла. Пчелок нет. Выбрасывать жалко. Ну, куда-нибудь заткну, выживет, значит, будет жить. А вот так я собираю заварку, а потом ей мульчирую. Ей мульчирую кустики разные. Это у меня в горшочке базилик. Вкусненький. А вот это вот от рябчиков семенные коробочки. Не выбрасываю их, они потом вот так прекрасно стоят. Ну что, будем выбираться уже из самоизоляции. Всем привет! Лето наступило, жара. Всем большой привет! Хорошего лета!